Так, локальную запись я включил. Немного поем немножко, но я думаю, никто не обидится. Чатик надо выставить. Да. Поиграем часика-два, а потом спать надо идти. Завтра еще катать. Блин, хорошо, что я в пятницу. Как прочувствовал, что будет сегодня нормально. Так, вот у нас никчемный воин. Нет, 3000 баксов, не евро. Баксов. Где 800, наверное, где-то? Не 3000, где 800. Так. С кем мне воевать-то? Следовать. Фига ты исследуешь. Заброшенные земли, кстати. А есть попутный ветер? Есть. Все, летим сюда. На разведку. Земля ничейна, надо брать. Блин, он окружил, по-моему, его. Не видно нифига. Ужас какой. К Сарамбуру. Я, конечно, понимаю, что ты молодец. Но не надо портить. Я сам хочу. А, понятно. Здесь без шансов. Я понял тебя. Блин, ну как? Ну вот куда пройти? Это ж невозможно, что ли? Порты надо строить какие-то. Вот отсюда можно попасть. Например, если здесь построить гавань. Где тут гавань? Верфь, да? Здание не может. Почему? Почему не может быть построено? Это нету. Сюда, короче, надо. С этой стороны, блин, он все отжал. Офигел вообще. Возвращаемся, короче, домой. Ну и что, мне на эльфа нападать? Я не хочу его убивать сразу. Либо его надо с наскока валить. При этом подловить. О, этих завалим. Наверное. Должны. Кстати, вот этих ребят должен быть в конечном итоге иммунитет к яду. Что не может не радовать. А есть у тебя что-нибудь полезное? Ну давай. Так, ответ на 40. Неплохо. Бежать, бить. Бить лицо. Так вот. Да я такой кран, фу. Чё делаю, ребят? Ужасно. Ну как вам понравился сегодняшний стрим по покеру? Скажите правду. Играл как всё-таки днарь, да? Там, я помню, все говорили, но... Куда ты такие сайзинги? Ну, я согласен, сайзинги были там некоторые неоптимальные. Было лень печатать уже. Сегодня играли без тильта, кстати. Без эмоций, а то некоторые... Да какой это профессионал, у него такие эмоции, он сыт. Он в тильте играет на последний боин. Ну, вот сегодня было абсолютно срать на все. Как вы могли заметить. Абсолютно. Вот вообще абсолютно.
трешку нажили и норм. Так, давай-ка астралочку. Так надо было убивать их. На Твиче я хотел выставить запись. На YouTube несколько частей я сделал, там частей 8 получается. Сколько у нас? Часов 8 он шел, да? Защита от выстрела, контратака, но это контратака. Да ладно, смотрите. Мы нашли какую-то деталь. Вот это лол. Вот это лол. Фига себе, внезапно. Точно, нам же сказал в разрушенных башнях искать. Помните, квест когда-то был? Норм. Детальку нашли. Какую-то. Это интересно. Так, нам бы гильдию мореходов сделать. Вообще мы можем пауков замутить. У нас два яйца пауков есть. Я бы от пауков не оказался в армии. Да, я помню, но мы их вообще не собирали. Это я помню. Мы как-то про них вообще забыли. Увеличиваем доход золота. Плюс 274. Неплохо. Выключу я камеру. Я тут грызу вкусняшку. Может, сюда лучше встать? Ё-моё. Полегче, дружище, полегче. А в кого не стреляют? Эльфийку пытаются пробить, смотрите, конные лучники. У эльфийки 10 защита. И все равно проблема у нас. Слабое звено называется проблема. Лучники нас вообще не пробивают почти. Это хорошо. Тут, походу, я зря сделал. Yeah.
завалить прям. Надо осколок как-то добивать по-нормальному. Или просто объявить ему войну и тоже напасть на него, ребят. Как думаете? Где его город-то? Может действительно пройтись по нему просто и все. Чем мелочимся? Да ладно, 6 ходов еще. Фейл. Но мы добраться не можем из этого. Всего 619. Блин, за 619 я бы купил, если бы бабло было. Пройти побыстрее, со спины там зайти. Провинции поджимать. Ладно, попробуем еще раз. Что вроде как почти удалось. Но фейку в любом случае надо держать здесь. Наверное, лучше вот так встать. 6 защита. Вот 8 защита. Да, самого слабого поставили. Так, давайте лучше. Фейка тащи. Тащи, Фиандрия. Как никогда не тащила. Мне кажется, пробьют. Да блин, ну это невозможно. Ладно, короче, стоим, ждем 6 ходов и убиваем этого эльфа нафиг. Невозможно. Невозможно. Партии сложные. Феникса нет, драконов не убили. Деталь нашли. Давайте просто стоим. Не мучаемся. Вся эта карма, вся прочая фигня не работает все равно. Просто объявим войну и убьем его. Фига себе. Как вы думаете? Нет. Клёво. Несите засранцев. Так вот он для чего подарки делал, чтобы я на него ни в коем случае не напал, да? Не секрет. Это думаю. Клёво, бабосик. Опа, опа.
Раненая птица. Кто ты? Отлично, расколдовали Феникса. Это здорово, это прекрасно. Правда, могилу зря раскопали. Не очень. Слушайте, может он Ому убьет, а мы его как-то по-быстренькому. Потому что это дико нудное получилось, на самом деле. Я ожидал большего. А все какие-то, ну, не очень были. Оппоненты. Мне даже показалось, что мы играем на каком-то низком уровне сложности. Вот эти ребята, они не пробивают больше наших, кстати. Смотрите. Удар. Ну что ты не бьешь-то? Давай круговую атаку, как ты любишь. Карающий удар, смотрите. Ноль дэмэджа. Ноль. Неловкий момент, когда юнит тир 3 не пробивает юнитов 1. Тир 1. Может, и фейку пробьет хотя бы? Даже фейка тебя не боится. Тайная гильдия. Клево. Тихо. Фига себе, смотри, что принесли. Клёво. Тут нам надавали заход прям. Ну сколько там еще тебя ждать-то? Склад есть. Какие-то перчатки командира. Навыбивал всего. Стоим, ждем три хода. Все, разведали все. Так. Походу один ход остался. Ну давай же. Надолго? Да не, мы сейчас добьем. Может быть, другую начнем. Через 2 часа спать надо идти.
О, смотрите, для воина шмотки неплохие, чтобы он... Повреждение оружия, клевая вещь. Щит хороший. 2-2. Офигенная вещь, кстати. Рыцарский комплект неплохой. Для начала... Ну, ничего, покупать не буду. Так, а где, собственно... Все. В смысле? Все еще ходом нападаем, его уничтожаем, я не знаю. Так, его не видно нигде. Пошли втаптывать. Вот здесь, пожалуй, охрану поставлю какую-то. Под мою сказку. Надо было под покер спать. Там как раз занесли. Давайте выйдем немножко. Да, конные лучники на самом деле достаточно слабые. Я все время боялся, думал, опа, это я зря сделал. Что конные лучники ништяк, а на самом деле они дико слабые. Да что ты делаешь? Ну как так можно? Мискликнуть-то. Под спины не спится? Под спины я не играю. Толку играть, когда миллиона уже не будет. Так, бесплатные билеты, когда дают, можно спины покатать. А так-то чё? Спины это лотерея еще та. Сами знаете. Там даже имеем винрейт 30... Там 40% даже. Да. Не факт, что вы будете катать в плюс. Я не знаю, даже какую-то дистанцию там надо набить, чтобы... 40% будет далеко не у каждого, ребят. Это я вам гарантирую. Ну, то, что не мобильно, это да. По факту, чертовски слабые ребята. Короче, Оум уже труп. Я так думаю, он его окружил, там забрал все земли, поставил. Стражу. Я думаю, что нам с этим надо справиться просто. Да ладно, ну какую осаду? Ну ё-моё, это 8 ходов сейчас здесь тупить. Что-то невероятное. Надо, короче... Блин, они там далеко. 5 ходов. Вот осада, пожалуйста. Ну, я надеюсь, он на меня просто не пойдет сейчас. Как там? Надо стрелы поставить получше.
Так, он сюда может напасть, да? Что у нас тут? Краул. Краул, это, конечно, прохладненькая история. У нас в запасе есть и стражи лабиринта, и людоеды. В принципе, стража, которая не особо пробивается меньше 20 левелом героям. Поэтому я думаю, что все будет все в порядке. Шесть бычков, я думаю, мы пробьем, потому что у нас такие тир-1 юниты, что бычки будут наносить там по 8 урона. А если этот разбивался об героями об него, то там, соответственно, может быть 4 бычка. А может и меньше. Поэтому я думаю, что все нормально там. Да, я знаю, что будет. Но я не могу тех героев привести, они там будут идти ходов 20. Так, ну вот серьезная битва. Рыцарь света. Вам. А что это все отравлены? И что это было? Третье и первое место занесли наконец-то на Б-цепи. Первое 2160 евро, а третье 500. Я вам скажу, я не впечатлен. Блин, тут атака уже прокачаннее, чем... Опа. А, подождите, он куда-то... Подождите. Скотина. Где он захватил эту провинцию? Не понял. Так, секундочку, куда он, где он вошел-то? Ах ты зараза! Вот я проморгал этот момент. Так. Сюда гномик на... Блин, если он сюда пройдет. А не могу больше одну стражу, да, нанимать? Мне кажется, что-то могу построить, чтобы нанимать больше одной стражи. Нет, разве? Давайте подеремся с ним. Не, оставайся тут. И сюда. Кто бездельник-то? Сестра, что стражи лабиринта поставим главное здание и все.
кажется, ушел. Даже караул не могут пробить. О чем тут вообще говорить? У нас реально лучник Леголас. Тычек убивает. Ну, кстати, он побежал. Наемники, говоришь? Блин, как же прикольно, когда много ресурсов есть, отстраивать все. Особенно вот это на золото здание, когда есть мрамор, да, это называется. Простой бой не могу выиграть, ребята. Вот что значит лень, да? Я на самом деле сегодня устал от покера немножко. Ну как бы день более чем удался, конечно же. Думаю, если бы я начал свой челлендж, сейчас бы... Прикольно так смотрелось. Ну, хорошо, что мы его не начали. В принципе, банкролл уже такой большой, что, блин, с 3000 даже лень как-то начинать. Думаю, начать, чтобы вот как 50-ки мы играли. Так же, то есть с 5000 до 105, например. Потому что я думал вообще с низов. Сейчас смотрю на все это и понимаю, что... Слишком много денег потерял. Понимаете, да? Поэтому если делать челлендж, то, наверное, все-таки дороже чуть-чуть. То есть 5000. Ну, чтобы слишком много долларов в час не терять. О, проныра, смотрите, клевая вещь. Он такайте теперь может. Типа ее существа, которые выше ее уровня, пробить не могут. Она все время там отбегает. Прикольная вещь. Так, ну где там все?
прикольное колечко. Вот одно из лучших. Очень имбовое. Вообще инициатива в этой игре, особенно в хай-тирах, когда вы можете ваншотить пол армии, заход решает просто дико. Наемники, кстати, неплохая защита. Как вы видите, достаточно хорошо сдерживать. Особенно там компьютеров каких-нибудь. Но мы их пока не ставили. Так, это он, да? Кстати, да, это он. Давайте посмотрим, что он там не может пробить у Ома. Ха, блин. Слушай, ты был прав, черт побери. Ах ты. Был прав, уважение. Точно быки. Забавно. Где их Ом только берет, а? Животное. Так. Ставим. Храм берем. Самые крутые стрелы. Давайте попробуем его ушатать. Блин, не, 6 штук. Даже не нападал. Клёво. Так, ну не факт, что мы проиграем. Что они там по болоту идут? Ну, посмотрим, как наши рыцари будут держать удар. Два удара не удержит. Так, ну что делать с Омом тогда? Хрен поймешь. Ну тогда надо эльфа первого убивать. Что делать? До Ома дошли. Эльф, я думаю, что рядышком где-то. Пойдемте на эльфа. Ом-то у нас как бы... прохладный паренек, только надо вот тут один ход протусоваться придется. Потому что не хочу, чтобы он вышел. Отхватил провинцию обратно. Ладно, ладно, я запомнил тебя. Эльфийская душонка. Так, давайте каких-нибудь крутых стражей сделаем, чтобы точно не пробили. Гвардию, может? Давайте гвардию. Пойдем дальше сюда, на коней заберем. На самом деле, с потерями мы-то пробьем. Че, 100 уже? С потерями мы пробьем минотавров. Изи, мы их там покайтить можем. Кто-то пошел-то. А, я уж подумал, там кто-то пошел, не туда.
Не-не-не, Ома мы пробьем. Просто я не хочу терять этих воинов, чтобы пробить все остальное у эльфа. И того, и того, правильно. Эффективнее всего будет начать тогда с эльфа. Ольф, это стражи лабиринта, я на нет? Блин, а он, конечно, молодец. В каждой партии у него стражи лабиринта. А куда эльф пошел? Ну, он обложил, кстати, Ома охраной. Жри. Да перестань, какой культ титана? Культ титана в охране это... Редкий артефакт, блин, считай. Он его реально выбивать откуда-то должен, серьезно, то есть как минимум дракона завалить. Это как минимум. Так, я думаю, что еще что-то серьезное. Так что там не будет. Ну, лабиринт, да. Лабиринты падают достаточно халявно. Как же танкует фейка, это пипец. Там был не склепик с упырем, там было, по-моему, два упыря. А если тир 3? Людоеды охрана тоже тир 3, по-моему. Так что все как бы честно. Я вот думаю, куда идти. Сюда, что ли? Чтобы героя пробить. В принципе, это логично. Блин, наемники везде. Наемники просто везде. Как грязи. Видите, у него главное ничего нет, только наемники. То есть гвардии у него нет. Я не спорю, наемники-то хороши. Но гвардия лучше. То есть, получается, что у него просто нету гвардии.
каждых наемников получаем по 177, неплохо. Вон разродился, значит где-то здесь. Шайка воров всего лишь. Так, давайте жизнь плюс один уберем. Поставим инициативу, чтобы... А, подождите, это что? Это браслет. Я точно в баню. Вообще, это жизнь, это... Прохладная история. Только выносливость, только хардкор. Защищаем нашу провинцию гвардиями, которую он вряд ли пробивает. Идем дальше. О, давайте подкупим. Подождите. Что там захватывает, подождите, опять? Как-то... Ну ок. Пойдем дальше. Не, гвардия намного сильнее, чем наемники. Перестань. Я думаю, может, намного сильнее. В гвардии эти челы, которые... Гвардейцы плюс меч... Не, намного сильнее. Там копейщики, два конника. Ставим квартию и лоло нападаем. Надо было сразу эльфа убивать. Походу я реально сложность поменял, ребят. Бойцов, потому что он, мне кажется, это топовый левел, который мы прокачивали у мечников наших. Четыре медузы, это неплохо. Что он там идет спасать себя?
слабенько он как-то идет. Проклятие. Слушайте, ни одного три юнита. Не знаю, что-то прохладно. Такое ощущение, что вы на каких-то лоу-левелах. Не, ну кстати, этот паренек выглядит нормально. Не тот ход, чтобы культ Титана стоял, понимаешь? Не тот. И тир 3 провинции вокруг. Нет, куда брать этот культ Титана, понимаешь? Чтобы положить стражу культ Титана, ты должен как бы быть в состоянии убить тот же культ Титана. Челы, которые тут бегают, они явно не в состоянии. Поэтому ни о каком культе Титана не может быть и речи даже. Убийца Т2, да. Тир 3 это... Каратель это, да? В Инквизиции. Это тролли, по-моему, уже какие-то там тир 3. Убийца чистый тир 2. Громила тир 2. Всадники это тир 2. Конные лучники тир 2. Тир 3 это на самом деле прокачанные маги. И так далее. Гораздо мощнее отряда. Ой. Вот я чихнул. Челы, которые вызывают вон зомбиков, это, как вам сказать, еще кстати, эльф. Неплохой такой эльф. Самое главное, что добрый. Делать. Все, эльф отвалился. Что вам там не нравится? Идите вдвоем туда копать. Герои, кстати, вообще никак не окупились, если честно, которым мы понимали.
Потому что не выпала никакая пушка нормальная. Поэтому пришлось их оставить. Все, следующим ходом убиваем эльфа. Смотрите, бандюки-то работают. Блин, если честно, в первом Эодоре как-то не пожестче было, честно. Вам скажу. Не знаю, мне так кажется. То есть там, если на Властелине играешь, то готовься страдать. Что-то как-то слабенько. Хотя вначале вроде показалось, что все как и надо. Что-то вот. Смотрите, земли хаоса. Мифрил нашли. Так, хорошо. Ну все, теперь пойдем минотавров бить. Убиваем. Убиваем. Знание троп. Плохо. Прикольно. Ну вот оно.
А у меня нет никакого ритуала, который ослабит. Походу нету. Как насчет вот этого? С вебкой ничего, я сижу тут. Кушаю. Блин, сколько всего надо настроить-то. Так, ладно. Давайте попробуем покайтить их тогда. Смотрите, он пробил. Так, ну смотрите. Ну, допустим, стоим здесь. Так. Нас КП нормально. Один удар мы держим. Так, смотрите. Что-то мне кажется, мы сейчас отвалимся. Снова потеряли. Ну ладно. Блин, там пробивает жестко по броне. Ну, круговая атака это слабенько. Двадцать третьего уровня мечника потеряли. Все, заканчиваю эту катку. Он что, мага слил, что ли? Да, 23 левел мы точно ни разу не качали. Поэтому выглядит очень круто.
ходов 160 минус 2%, то есть за 150 надо было закончить. Мы 4 из 5 убили. Неплохо. Ну, смотрим, что нам Зар там расскажет. Я даже не знаю, кто кого больше протроллил, он меня или я его. Забавный чел. Так, Зар. Прикольно. Ну что, гасим? Кого? Дорикуса, дракона? А зачем его гасить-то? Вот уж поговорим.
Блин, я не хочу уничтожать чертежи. Что за бред? Я хочу их продать кому-нибудь. Блин, зачем я к нему пришел? Я так чувствую, он уже не благосклонен. Подождите, я не это хотел. Я хотел все по-другому. Вообще, надо продолжать, наверное, завтра. Ну, не завтра, в следующий раз. Давайте закончим на сегодня. Читать все это. Ладно, на этом сохранимся. Дотыкаем потом. В общем, спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Сегодня мы поиграли. Сегодня был продуктивный денек. Надо спать идти собираться. Сколько времени? Да, как раз. Все. Всем пока. До скорых встреч, ребят.